Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Давайте сегодня приготовим вкусный летний фруктовый муссовый торт. Для начала готовим бисквит. В миску добавляем яйца, сахар и взбиваем миксером до увеличения в объеме. Постепенно добавляем масло, разрыхлитель и муку. Все это перемешиваем венчиком. Противень застилаем пергаментной бумагой, наливаем тесто и равняем. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. Достаем корж, режем по форме, убираем пергаментную бумагу и даем остыть. Начинаем готовить мусс. Желатин заливаем водой и даем разбухаться. Очищаем персики. Очищенные персики нарезаем на кусочки. В глубокую миску кладем сыр рикотта, ванильный сахар и сахар. Перемешиваем. Жирные сливки взбиваем миксером, добавляем сахарную пудру и продолжаем взбивать. Сырную массу добавляем к сливкам, перемешиваем. Добавляем желатин, перемешиваем. Визуально разделяем на две ровные части. В одну часть добавляем персики, перемешиваем. Выкладываем на бисквит, равняем и убираем в холодильник на 10 минут. Растапливаем белый шоколад.
Добавляем во вторую часть мусса, перемешиваем. Заливаем, равняем и убираем в холодильник на 30 минут. Готовим последний слой. Желатин заливаем водой и оставляем разбухаться. Убираем косточки у абрикоса. Абрикосы нарезаем ломтиками. Нарезанные абрикосы кладем в ковш, наливаем воду, добавляем сахарную пудру и ставим на огонь. Доводим до кипения. Достаем ягодки. В сироп добавляем желатин, перемешиваем до его растворения. Сверху раскладываем абрикосы. Заливаем сиропом. Убираем в холодильник до полного застывания. Достаем из холодильника, убираем формочку.
Наш десерт готов. Нарезаем на кусочки и подаем к столу. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!